Дорогие братья и сестры, ну и наши крещаемые, великий праздник сегодня на нас, правда, да? Очень великий. Я смотрю, многие родители, сегодня так вот утром наблюдал, и многие родители прямо, ну, аж светятся радостью такой. Сколько молитв было, сколько было слез, и сегодня такая радость. У меня пожелание для родителей, не останавливайтесь на этом. Молитесь и дальше. Наполняйте вот эту чашу дальше. Да, она трудная, она тяжелая. Это чаша слез ваших и наших вместе, за наших деток. И мы будем дальше радоваться, вот видя вот эти благословения. Да благословит и вас Господь. И мы для вас сегодня утром приготовили псалом. Пели утром, но вас не было, вы в это время переодевались. Вот, поэтому мы вечером хотим еще раз его спеть. Пожелание для вас. Там говорится о том, что вы свои одежды духовные всегда держали в чистоте. Держите в чистоте. И знаете, мое вам пожелание, найдите себя в церкви. Вам тогда будет намного легче идти за Богом. Вот найдете свое место в церкви, служение какое-то несите. И тогда, ну, больше духовного будете расти. Да благословит вас в этом Господь. Несется песнь в суету гуша, простой народ святым становится, для Господа рождается душа, когда в крови Христа омоется, беленье снега стал и ты. Одеяние не пачка этой красоты. Примите это пожелание. Белее снега стал и ты. Храни святое одеяние. Примите это в пожелание. Ты как ребенок вышел из воды. Стопа твоя земли не ощущает, законы притяжения слабы. Когда Господь любовью наполняет, белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, не пачка этой красоты. Примите это в пожелание. Белее снега стал и ты. Храни святое одеяние. Примите это пожелание.